Добрый день, дорогие зрители. Мое имя Феном, и сегодня вам будет представлена первая часть моего прохождения игры Warhammer 40 000 Dawn of War. Сразу первым делом извиняюсь за то, что сама игра на английском, так как в Steam поддержка, увы, почему-то не решила добавить русскую версию, по крайней мере, той версии игры, которую я купил. Поэтому все будет здесь в английском. Я попытаюсь объяснить то, что происходит, для тех, кто, может, не понимает английский в разных местах. А также будут добавлены субтитры. И, в принципе, я надеюсь, таким образом те, кто не понимает английский, будут хоть частично понимать, что вообще в этой игре происходит. Формат этого прохождения будет такой, что я буду выставлять, по-моему, по одной миссии на каждое видео. И еще хотел добавить то, что серия Dawn of War, которая состоит из четырех игр, я буду проходить все подряд на русской части моего YouTube-канала. И, да, в принципе, буду пытаться выдать по два видео каждую неделю. Без какого-то определенного срока, скажем так. Пока что у меня нет времени создать конкретное расписание, но при первой возможности это будет сделано, но пока что придется вам просто ждать, пока выйдет следующее видео. И я также попробую особо не ляпать во время разных роликов, так как те, которые будут понимать, о чем идет речь, чтобы они могли спокойно все это прослушать без всяких бесполезных комментариев. Итак, ладно, со всем этим разобрались, теперь можем начинать играть. Первая миссия. А, еще хотел добавить то, что будем играть на нормальной сложности, так, чтобы спокойно могли пройти всю кампанию без всяких заморочек. You will not falter! We can't hold! Run for your lives! Cowards! You will fight or you will die. I am Captain Gabriel Angelos of the Blood Raven's Third Company. Status? My lord, forgive me. We have done all we can to stop the orcs, but we have failed. My men's lives are yours. You stood your ground in the face of the Emperor's foes. You've done your duty. If your men have failed you, I will leave their judgment in your hands. Thank you, my lord. I am not here for your thanks. This port must be held if we are to maintain troops and supply lines to the planet's surface. That is why we are here. Now, what of the wounded and the civilians? Stranded. We have few ships. Then you shall have more. All Blood Raven flights execute Protocol 23 and initiate civilian evacuation.
We will dispatch the ground forces. Yes, my lord. Ground forces, my lord? But the orcs have retreated. You must know your enemy to defeat them, Colonel. Orcs only retreat to regroup. They will keep coming until you or they are dead. Brothers, let us destroy this alien filth. Итак, довольно-таки длинный ролик. As the stronghold, the enemy must be nearby. Our frontline battle headquarters is currently being assembled. We should proceed with caution until it is finished. To praise the Emperor. Ever vigilant. Orders received. Итак, первым делом нужно будет отстроить нашу базу. Так. Splendid. The stronghold is complete. We must now set about establishing a proper frontline base. We must start capturing strategic points. These three closest strategic points will do for now. Let us capture them first, and then move on to the others. Ладно, походу, вначале я не буду особо много говорить, так как наш... The first thing we need is a chapel barracks. That will allow us to call down more space marine squads. Да, наш капитан будет много болтать о том, что нам надо делать, как, что и как надо строить, и что надо захватывать. Так что я немного помолчу. Так, захватываем стратегические точки. Ага. Ну да, и насчет тематики. О, орки. В принципе, мы на какой-то планете, на которую напали орки. Имперские стражи, имперская стража не смогла их держать, поэтому вызвали нас, кровяных воротов крови. И мы будем... Итак, да... Мы их спасли от территории порта от захвата орками, и теперь мы должны разбить их базу, которая находится вдали от города, для того, чтобы больше таких нападений не повторилось. Capturing strategic points and building listening posts on them earns us more requisition resource, which we can use when we build squads and equipment. The enemy must be nearby. Тогда. Теперь мы будем уничтожать то, что осталось от орков, так же как от орковского войска и. Excellent. The armory is operational. The Space Marine squads can now upgrade their standard bolters to flamers and heavy bolters. Да. Значит, будем уничтожать тех орков, которые остались, и ихнюю базу. Так, двинемся немного на север. Видим, что тут есть враги. We must not forget our power needs. Building a plasma generator will supply us with the power we need to keep our force going. This day shall be a glorious one for the Imperium. Отряд капитана Ангелосов получит огнеметы, тяжелые пулеметы на другой отряд наших... The point is now protected from an orc retaliation. We should continue to build listening posts on all our captured points. Awaiting orders. Plasma generators will continue to produce power at a constant rate, but there is a limit of how many plasma generators can be built. The Emperor protects. It is time to hunt down the source of these orcs. They must have a base somewhere within the walls of this Imperial facility. This day shall be a glorious one for the Imperium. Наконец-то. Так.
почему-то нам показывают сюда, что мы должны идти в эту сторону. А, найти первую деревушку, или базу, лучше сказать, первую базу орков. Ладно, так и сделаем. Посмотрим, что у них тут есть. Кое-какие постройки у них тут есть, но по виду ничего особого у них тут нет. А, бараки. Да, это надо снести в любом случае. Давай, шмаляй орков. Орки не заслуживают жалости. They must have blasted their way in. We must destroy this orc camp and any others these foul creatures may Today have constructed. The enemy shall know Excellent. Fear. This orc Thank camp has seen. Been destroyed. On alert, brothers. We are так. The enemy must be nearby. Еще раз autosave. Захватим еще одну точку. О! Those Imperial Guardsmen look like they could use some assistance. Come, brothers, Today make haste. The enemy shall Our prayers have been answered. Так, вперед, спасем этих гвардейцев, пока тут вообще что-то из них осталось. А, планета, кстати, называется Тартарус, куда мы приземлились сегодня. Ладно, буду, скажу честно, это будет та... да. Это та планета, на которой будет происходить все действие этой кампании. Так, захватим эту стратегическую точку. Так, чтобы мы знали, если кто-то будет приближаться к нашей небольшой базе, в то время, пока мы будем находиться где-то в далеких краях этой карты. Так. Ну да, довольно-таки ограниченные возможности в этой первой миссии, но, в принципе, ничего удивительного. Так, можем двигаться теперь вперед. Вперед. Praise the Emperor. Yes, my lord. Смотрим. Глубокое углубление, скажем так. Так. Поставим наших воинов в выгодную позицию, чтобы срезать этих урков до того, как они срежут всех гвардейцев. Да, победа. Today the enemy shall know fear. Перегруппироваться, у вас только трое воинов и осталось. Да, огнеметы очень хороши в ближнем бою. Видите, враги особо ничего и не могут сделать нашим отрядам, нашим пехотинцам. Двинемся в более близкую дистанцию, чтобы могли воспользоваться огнеметами. Иначе юниты в этой игре очень любят стоять на максимальной дистанции своего оружия. И в этом случае, например, с пулеметами воины будут стоять именно вот на максимальном расстоянии, чтобы стрелять из пулеметов, пока остальные будут просто стоять и чесать репу. Что, в принципе... Для них может быть это хорошо, но для нас это не очень выгодно в конце, потому что остальные, получается, четверо воинов просто стоят и ничего не делают. Нам нужно для максимальной эффективности, чтобы все воины в отряде работали. И именно этим будем заниматься. О, почему-то здесь танк, который ничего не делает. Ладно, уничтожим его. Огнеметами тоже хороший вариант. И вон. Танк уничтожен. Захватим эту стратегическую точку. Так, даже забыли здесь построить специальное строение. Так, надо будет обустроить, сначала захватить, а потом обустроить и эту стратегическую точку. Так,
благо они строятся очень быстро. Меньше чем за полминуты мы можем захватить эту важную позицию. Почему-то... Excellent. А, this orc camp has been destroyed. Yes, Lord. Так, походу, это уже будет последняя база орков, которую нам придется не захватить, точнее, уничтожить. Ну, скорее всего, выглядит, что здесь только один ход, да, так и есть. Только один ход в ихнюю базу. Займем выгодные позиции. О, черт. Похоже, мы двинулись немного вперед. Поставим наших укрытие. И вперед. Начинаем их косить с пулемета. Как видите, орки не могут вообще ничего противопоставить нашим пулеметчикам. А, похоже, что тут идет битва. Еще имперских нашли еще какую-то часть имперских гвардейцев. Вперед, спасем этих бедных ребят. Везде огонь. И орки падают. Хотя я думаю, что гвардейцы... На этот раз мы не сможем спасти гвардейцев. А хотя не, сможем. Довольно-таки многих, если так посмотреть. Один отряд все-таки полностью погиб. Из другого отряда 7... Похоже, 7 воинов останутся в живых. Да, так и есть. Неплохой результат. Неплохой результат. Вообще-то посмотрим, что здесь происходит на этой стратегической точке. Обустроим эту стратегическую точку. Пулеметчики видят, что здесь ничего нет. Точнее, никого нет. А вот здесь есть это... почему-то эти ребята с пистолетами и топорами напали на танк. Скажем так, не очень интеллигентно. О, я получил танк. Это как-то очень приятный сюрприз. По такой логике, вроде бы, они могли мне и дать юниты гвардейцев. Если они могут мне дать танк. В конце концов. Чего вы там торчите, придурки? Так, притащим сюда еще одного строителя. Пусть он отремонтирует мой танк. Посмотрим, может тут... А, тут еще один проход в ихнюю базу. Все ясно. Займем эту точку. В то же время этими ребятами посмотрим, может мы можем найти еще один танк. О, черт! Не убей строителя. И... О, красивый выстрел танка по этим зеленым ребятам. И мы их порезали. Вообще-то я думаю, что мы могли найти еще имперских гвардейцев в этом месте, но ничего, на этот раз обойдемся. Посмотрим, что происходит здесь. О, да, тут идет большая битва. Вырежем этих орков. Думаю, здесь довольно-таки большая толпа имперских гвардейцев. Да, тут 9 юнитов в этом отряде, 7 в этом. Может, тут еще есть... 7 и 9. Да, неплохой отряд. Они тут собрали. Так, отправим еще одного раз строителя, чтобы ремонтировал этот танк, а то одним как-то... как-то очень долгое время это занимает. Так, вроде все захвачено, что можно захватить. Жаль, что мы не получаем этих имперских гвардейцев. Было бы неплохое пополнение
нашей армии, хотя все в любом случае наши ребята очень хорошо подготовлены к битве, их и так ничто не может остановить. Если честно, интересно то, что выстрелы из этого танка немного выглядят как выстрелы из баллисты по фильму и в игре «Властелина колец». По крайней мере, мне лично так кажется. Может это просто фанат «Властелина колец» внутри меня говорит. Так, займем эту стратегическую точку. Я думаю, последнюю не будем занимать. Тут уже, скорее всего, надо будет просто зачистить эту базу. И тогда мы сможем закончить первую миссию этой кампании. Если честно, немного непонятно, почему уже в первой игре мы не можем играть за имперскую стражу, потому что вроде бы юнит для них уже есть. По крайней мере, несколько юнитов уже готовы. Ладно, может, построек не было, это мог быть фактор, но по большей части, я думаю, они могли уже в первой игре их поставить, но все равно их поставили во второй игре. А зимнее нападение, я думаю, был бы правильный перевод названием. И да. Вот видим главную постройку орков. Кучу оружия, как они называют свою техническую постройку. И вот еще одни бараки. Так же как генераторы и их военные баннеры. За орков довольно-таки интересно играть. Я думаю, что возможно в будущем я в одной из компаний смогу сыграть за орков. В первом прохождении буду играть за силы добра, скажем так. По крайней мере, в зимней атаке я тоже буду за добрых играть. Здесь, в принципе, нет выбора. Победа! I'm honored to be in the presence of a librarian. I wish to know how my men can better serve you. We shall wait for the captain to finish his prayers. I saw you stand against the orcs. You are a brave man, Colonel. I wish I could say the same of your men. I shall strengthen their resolve, my lord. See that you do, or we shall do it for you. You have something you wish to say. Say it, Colonel. How did you know? Even without my psychic gifts, it is obvious. Speak. Is it true your company eradicated a heresy on the planet of Cyrene recently? An exterminatus, down to the planet's last man, woman and child. Colonel, your company is welcome, but such questions are not. Do not ask the captain about Cyrene if you intend to remain in his good graces. Brother Captain, the Colonel wishes an audience with you. Thank you, Isidore. My lord, my Tartarus 37th Imperial Guard Regiment stand ready to serve you in protecting the city. They wish to make amends for... They will have many opportunities to prove themselves warriors worthy of the Emperor. The Blood Ravens are leaving the city. Its protection is in your hands. I will ready my men. May I ask what your next course of action is? Orcs only respect strength. I intend to show them that we have it in ample supply. Миссия выполнена. This orc camp has been destroyed. Почему-то еще это появилось. Итак, на этом мы и закончим эту первую часть в кампании
Warhammer 40 000. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, лайкаем, подписываемся на больше еще. И может, и комментируйте. В любом случае, спасибо за просмотр и до следующего раза.